Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное и предпоследнее в этом учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Тот, кто занимается систематически в кружке, он понял не только, что трудно понять диалектический метод, но и понял, как надо к нему подходить. Подходить надо, не забывая указаний Маркса о том, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Вот. И это не случайно, потому что у нас-то общественные науки как раз где-то начиная с 60-х годов представляли как некий рассказ о светлом будущем. И так легкое такое чтение и также изучалось. Поэтому можно сказать, что в этом смысле обучение деградировало. Но если вы возьмете такие науки, как там физика, химия, математика, медицина, но, как вы понимаете, для того, чтобы стать специалистом в этой области, очень долго нужно поработать. И я вам хочу сказать, как бывший студент математико-механического факультета, никаких я высот там не достиг, кроме того, что получил отлично и рекомендован в аспирантуру по математике. Но не пошел, пошел в аспирантуру по экономике. Я хочу сказать, что для тех, кто занимается математикой, скажем, месяц не понимать, как все-таки эта теорема доказывается, это обычная вещь, нормальная. А мне так, можно сказать, повезло, что я ходил на такой спецкурс, который читал декан факультета Боревич Зинаид Иванович. Он читал его год. Я год ходил. На первой лекции я все понял. Со второй я уже ничего не понимал. И доходил до конца. Я тогда на следующий год... Он опять повторять начал. Я ходил, и, в общем, на втором году я все понял, сдал, получил отлично. Я хочу сказать, что я не спрашивал других. По крайней мере, все сидели смирно так и делали вид, что понимают. То есть это дело обычное. Теорема как решается. И так повернешь, и так повернешь, и так, и никак не доказать. Потом вдруг, через не пройдет и 2-3 дней, или 6-7-8 часов, и глядишь, это... Вы, наверное, заметили, что когда уже проходишь по тем местам, которые мы изучили, тут как бы все понятно, а что тут непонятного? И наоборот, как ты заходишь вот вперед дальше, тут снова попадаешь в такую полосу сложную. Но надо набрать терпения и со вниманием к этому относиться. Поскольку я такой же процесс сейчас совершаю в порядке подготовки, как руководитель кружка, хочу сказать, что я, прежде чем выступить здесь, я прочитываю примерно 3 раза тот материал, который есть, причем с интервалом. Почему? Потому что первый раз я прочитываю, чтобы привыкнуть, что тут такое есть. Второй раз я уже понимаю там эти переходы какие-то. А на третий раз я уже начинаю запоминать, как это все построено, потому что у меня задача стоит, по идее, такая, которая должна быть у каждого члена кружка. Какая? Понять, что значит, Вячеслав Михайлович? Выразить в понятиях. То есть, а если я, так сказать, знаете, как эта дворняжка на тебя смотрит, и кажется, что она все понимает. Вот чтобы не быть в этом положении, нужно добиваться того, чтобы можно было выразить в понятиях. Это трудно, потому что еще читать – это одно дело, а вот выражать в понятиях, даже воспроизводить то, что написано, довольно сложно. Ну и для этого нужно разбираться еще и в структуре того. Ну вот как это так? Вот насчет того перехода от понятия к суждениям, мы очень легко с ним разобрались после того, как стало ясно, что вот когда мы берем понятие как целое, total, целое, то единичное и всеобщее, и особенное – это не 3 понятия. Это моменты понятия. То есть, если вы берете понятие яблоко, то это яблоко конкретное, которое я грызу, это яблоко, которое имеет какой-то вид, и это яблоко как род растений, род. Причем вся численность родов перечислена, говорит Гегель, там, их известно сколько. Они не повторяются.
Их определенное число. Но так вот сложилось. Причем Дзюсин выступает вообще как материалист. Виды обезьян то же самое. Род, вид и индивид. Или уж и мы хотим ее совсем как одиночку выразить, то индивидуум. Отличаем? Маркс отличает индивидуум, отдельный человек, взятый сам по себе. И индивид, индивиды, производящие в обществе, вот действительный исходный пункт, говорит Маркс. Индивиды. Вот мы с вами индивиды, поскольку мы существуем и действуем, мы понимаем, что мы действуем заедино, как люди общественные. А что значит люди общественные? Вот говорит, вы занимаетесь общественной работой. Вот человек, если он не общественный, он не человек. Он не соответствует сути, сущности человека. Нету. Вообще, в принципе, нету человека не общественного. Есть, это человек? Нет. Это человек, который не соответствует своему понятию. То есть какой человек, который не соответствует? Плохой. Если он в обществе живет, он все равно взаимодействует. Ну и что он когда человек с топором стукнул вас по голове, он взаимодействует с вами. Что значит взаимодействует? Он враг человечества. Он прямая противоположность человека. И вот у нас вот на кафедре был профессор, заслуженный деятель науки, который написал статью о том, что люди, которые вот серийные убийцы и прочие, они делают то, чего нет в животном мире. Животные могут напасть из-за еды. Ну, понятно, что медведь не будет есть просто траву, так? И тигр не будет есть морковку. А вот если человек вот просто нападает на других людей, он ставит себя вне, не только вне человеческого вида, а вне животных. Действительно. Вне животного мира он себя ставит. То есть он хуже хищного животного. Поэтому отрицание этого, и поэтому, скажем, в крупных странах, как в Америке, есть смертная казнь для вот таких людей, которые вышли за рамки человечества, перестали быть людьми. А у нас ситуация, к сожалению, такая, в силу моратория на смертную казнь. Вот если 100 человек, 100 детей убил какой-нибудь серийный убийца, то 20 лет будете, родители будут кормить его, по 30 тысяч долларов на одного у такого убийцу. Потому что содержать надо, охранять надо, кормить надо, обеспечивать надо. И вот те именно, чьих детей убили, вот они будут содержать, охранять, ну и другие в этом помогать. Вот. То есть убийца знает, что его не убьют. А, скажем, если ты не убийца, ты выходишь, где гарантия, что меня не убьют? Никаких гарантий государству не дают. Но если некоторым лицам и положена охрана, то вам не положено это вообще на дороге. Это странно. На вашей должности уже должно. А он просто, я говорю, такой хожу здоровый, меня и так боятся. Без всякой охраны. А меня охраняют, да-да-да. Вот. Поэтому один переход, он стал совершенно ясный. Единичное есть всеобщее. Но уже видите, здесь единичное, здесь всеобщее. И что, если единичное есть всеобщее, так, собственно, уже образовалось суждение. Какое? Суждение наличного бытия. Это самый первый вид. Мы, можно считать, это прошли. Но на странице 53 верный себе Гегель, чтобы облегчить нам жизнь, пишет, что нас ждет впереди. А всего это он описывает. Что суждение, каково оно непосредственно, а непосредственно это вот то, что сейчас я сказал, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Вот мы до этого дошли. Его субъект есть непосредственно некоторое абстрактное, сущее, единичное, а предикат – некое непосредственное, определенное или свойство субъекта, нечто абстрактное, всеобщее. А зачем он слова употребляет «абстрактно, всеобщее»? Ну, потому что так выглядит поначалу это, абстрактно всеобщее. На самом деле всеобщее – это не абстрактное, а оно не абстрагировано, не может быть абстрагировано от единичного. Единичное тоже не абстрактное, единичное, оно связано со всеобщим. Это одно, это тотальность, это целое. Но вот пока для начала вот так это выглядит, поэтому это наличного бытия, на поверхности вот наличие, налицо, что налицо? А дальше, так как это качественное в субъекте предикате снимает себя, то есть идет глубже, мы
то определение одного ближайшим образом светится в другом. Если я говорю единичное, то предполагается всеобщее. А если я говорю всеобщее, то, наверное, есть же единичное, в котором выражается это всеобщее. Поэтому на самом деле, вот если одно светится в другом, как называется свечение одного в другом? Рефлексия. От слова рефлектор называется, отражатель. То есть отражается одно в другом. То есть они, их не надо неправильно брать. То есть можно их брать для начала только как изолированную, потому что нельзя сразу взять во всем объеме составляющих и во всей конкретности. Вы берете самое простое. Сначала они выступают как вот суждение наличного бытия, а потом как суждение рефлексии, во-вторых. Но это скорее внешнее синтезирование переходит в существенное тождество, субстанциальной необходимой связи. Таким образом, суждение в-третьих, суждение необходимости. То есть это вот понятие. То есть поднимается до того, до чего мы дошли, что эти понятия нельзя брать изолированно одно от другого. И в-четвертых, так как это, в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то есть они больше форма, а различия-то особенного и нет. Это, и это и субъект есть предикат, а предикат тоже есть некий субъект, некое единичное. Вот, так вот, в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то суждение становится субъективным. Оно содержит в себе противоположность понятия его реальности, их сравнения. Это суждение понятия. Понятие в чем? Когда мы говорим о понятии? Когда есть отражение мира. Когда есть мир, а есть его отражение. Есть реальность, а есть понятие. Вот тогда это вот суждение понятия. И, следовательно, это выступление понятия обосновывает переход суждения в умозаключение. То есть вот здесь ничего не доказано, а просто кратко сказано, какова наша судьба, какой наш путь, какова наша дорога, какова программа рассмотрения этого вопроса до умозаключения. И мы можем тогда приступать. Вот суждение наличное бытие здесь очень просто. Уж проще не скажешь. Это один и тот же предмет двояким образом выступает. В субъективном суждении стремятся видеть один и тот же предмет двояким образом. Во-первых, его единичная действительность. Вот конкретное яблоко есть яблоко. Ну, как два их рассматривают, как два. Они же не два. Это яблоко и есть одно. Оно и есть, оно и яблоко одновременно. И вот это конкретное яблоко, яблоко вообще. Но их разводят. Как бы вот это единичное есть всеобщее. Яблоко есть всегда. Яблоко единичное есть, яблоко вообще. Согласны? Кто с этим будет спорить? Вы будете спорить? Что тут непонятного? Вот Вячеслав Михайлович Лазарев. Он человек вообще. Будете с этим спорить? Не будете, потому что человек звучит гордо. Чего тут плохого? Ничего плохого про вас не сказано. Чего вы будете спорить? Чего тут доказывать? То есть при известном, так сказать, вот, при известной настойчивости и терпении эти все выводы представляются не какими-то заумными, сверхсложными, совершенно элементарными. Но если вам не нравится товарищ Лазарев, вот товарищ Назаров, он тоже человек. А раз он человек, то значит он представлен как всеобщее. А так, как Назаров, он его берут как единичный, но нельзя забывать, что он еще и человек. То есть он не просто единичный конкретный человек, а человек вообще. И никаких других людей, кроме человечества, состоит только из конкретных людей. Иначе не было бы никакого человечества, если бы какие-то были отдельные человеки, которые не являются конкретными людьми. Только из конкретных людей, из единичных состоит. Ну а почему? А где всеобщее? Только единичное есть всеобщее. Мы это уже проходили. Поэтому если единичное, то и всеобщее. Ну, этого всеобщего, так сказать, вот товарищ Лазов пришел в темной одежде. Это особенное. Правильно? Он мог бы и не в темный прийти, мог бы другой. Это особенное. То есть вот этот переход, когда мы рассматриваем единичное и всеобщее, он может пройти и через особенное, потому что особенное – это берешь всеобщее с какой-то еще определенностью. Ой, простите, ну да, или всеобщее с какой-то определенностью, либо единичное с какой-то определенностью. Ну вот, поэтому, если брать его вот так,
стремятся, он говорит, видеть один и тот же предмет двояким образом. Во-первых, в его единичной действительности, и во-вторых, в его существенном тождестве. Что здесь главное, тождество или существенное тождество? На слове «существенное» надо сделать ударение, правильно? Как сущность одна. Или в его понятии, это единичное, возведенное в свою всеобщность, или, что то же самое, всеобщее, сделанное единичной. Или человек конкретный – это человек, или человек – это какой-то конкретный человек. Не бывает такого человека, который не был бы каким-то конкретным человеком. Можете хоть в одну сторону, хоть в другую. И, кстати, писать по этому суждению можно так. Единичное есть всеобщее, а, следовательно, всеобщее – единично. Согласны? Единичное есть всеобщее. Тут это не вызывает уже у нас. Мы уже привыкли к этому. Повторяем, как попугай, много раз. Ну, а раз единичное есть всеобщее, значит, всеобщее – единично. Так в обратную, если А равно Б, так Б равно А, так всеобщее – единично. Ну, как, что значит всеобщее – единично? Ну, то есть оно вся как единичное проявляет. Оно же не бывает где-то без, вне этих, вне единичных. Нет таких людей, которые были бы людьми и не были бы конкретными людьми. Или есть? То есть мы можем взять конкретного человека как представителя человечества? Да, да. А раз так, и вот возведенное в свою всеобщность единичное, или что то же самое, всеобщее, сделанное единичное, перешедшее в свою действительность, суждение есть таким образом истина. Вдруг появляется тут вопрос об истине. Суждение есть таким образом истина. А почему? Ибо оно есть согласие понятия и реальности. В реальности у вас вот есть один человек, вот товарищ Тюленев. Но этот один человек, он соответствует чему? Понятию человека, всеобщему. Поэтому он есть истина. Поэтому если кратко мы запишем, Тюленев есть истина. Мудро и очень даже и неплохо звучит. Правильно? Так вот, истинный как... человек. А? Истинный человек. Ну да, истинный человек, как истинный человек. Так если он не истинный человек, так он не Тюленев. Нет, может, он еще другие есть истинные, но... Он может переиспользовать, как говорит. То есть здесь как бы Гегель начинает уже употреблять то, что известно. Он же уже объяснял, что такое истина. Объяснял. Соответствие понятия объекту. Ну, так если понятие, это значит всеобщее надо взять. Потому что, ну, если говорить дом вообще, это же не этот только дом, а не тот дом, а не тот дом, а не тот дом. А это дом вообще, любой дом. Дворец, значит, это уже особенный дом. Правильно? Значит, не все дома дворцы, но все дворцы – дома. У нас тоже, дескать, тоже такой же маленький дворец. Трехкомнатный, или там двухкомнатный, или однокомнатный, или студия есть. То, потому что там холодно. Так что. Так, ну вот видите, как интересно, вдруг истина тут выскакивает. Но не таков характер суждения с самого начала. Это, дескать, вы к этому прийти должны. Ибо сначала оно непосредственно, поскольку в нем еще не получилось рефлексии, движения, определения. Это вам опять рассказывает будущее, вперед. Еще раз рассказываю заранее, по какой дороге пойдем, кого мы встретим на этом пути, какие будут трудности и как их обойти. И потом, когда мы вступаем на эту дорогу, то сразу и застреваем. Так, значит. Это непосредственно сделает первое суждение суждением наличного бытия. А почему? Ну, потому что таково, мы что идет сначала в структуре логики? Раз это учение о понятии, а это есть отражение всей структуры логики, а структуру логики мы легко запомнить, что тут не запомнить. Поэтому и три книги, поэтому и надо издавать книгами и везде, вот у Гегеля, что вот три книги. Две книги – это объективная логика, тут есть смысл. Почему две книги – объективная логика? Потому что это объективная. И одна книга, третья – это отражение этого объективного учения о понятии. Нет. Вот кроме того издания, которое было совершено по решению Института философии, под изданием Института философии в 1937-1939 годах, и
вот то издание, которое у нас с вами в руках, вы другого не назовете. Но третье появилось особенное. А именно какое? А вот взяли вот наше издание в Казахстане, вот это, и его перепечатали. И мне прислали ссылочку с картиночкой. А картиночка такая, вот здесь какое-то желто-красная обложка. Все остальное совпадает. И все. Тоже две книги? А? Тоже две книги. Да, ну все то же самое. Все то же самое, но другая обложка. И это нами предполагалось или нет? Ну, почему? Предполагалось. Как нет? Ну как нет? Почему нет? Может, и предполагалось. Нет, не почему нет, а почему да. А потому что мы, чтобы, если мы хотели, чтобы ее не перепечатывали, мы бы поставили там «С». Если бы мы поставили «С», значит, нельзя без автора. Ну, автор, правда, уже вряд ли он будет против. Вот, он вечно живой, поэтому передают, чем больше передают, тем больше у него жизнь. И без второе «С» издательское. Ну, или там третье могло стоять мое «С» как главного редактора. Вот три «С». Ни одного «С» тут нету, поэтому мы вовсе никому не запрещаем. Хотите, переиздавайте. Можете продавать. Вот. Сильно много не обогатишься на науке логики. Потому что покупать будет много, читать будет мало. Так. Ну и что тогда мы получаем здесь? Вроде что-то да у нас. Суждение. Это непосредственно сделает первое суждение с суждением наличного бытия. Это вас удивляет, что надо начинать с наличного бытия? Не удивляет. Первое бытие, которое появляется, это наличное бытие. Второе бытие какое появляется? Как называется? Определенное наличное. Ну, определенное наличное бытие, да, можно сказать. Но все равно это наличное бытие. Определенное наличное бытие – это тоже наличное бытие. А второе бытие уже появляется когда? Это понятие. Понятие, как отрицание сущности уже. Правильно? И возвращение к бытию. Поэтому пока вот после него, поэтому вот эта непосредственность, когда мы говорим о первом начале, делает первое суждение суждением наличного бытия, которое можно также называть качественным суждением. Потому что когда мы говорим о наличном бытии, вот то, что вы сказали про определенное наличное бытие, это говорят качественное суждение. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя и абстрактную всеобщность, которая равным образом имеет в силу своей простоты форму непосредственности. Непосредственно первое, какое мы увидели, первая непосредственная определенность, правильно, качество. Суждение наличного бытия есть также и суждение присущности. Что, значит, понятно, раз это наличное бытие, то что присуще этому бытию? Почему это может быть так, это уже в этом суждении выражено? Ну, потому что мы это уже проходили, мы уже дошли до сущности, доходили, поэтому знаем, что есть сущность, поэтому можно сказать, субъект есть предикат, а можно сказать, что этому субъекту присуще вот это. То, что, вот, скажем, этому яблоку присуще все то, что присуще яблоку вообще. И то, что оно или круглое, или, так сказать, продолговатое, похожее на яйцо, или, по крайней мере, овальное. Раз, но это не самое главное. Это не сущность, это форма. А то, что оно представляет собой плод фруктовый. С яблони. Яблони один и тот же тип. Они отличаются, чем-то отличаются, но у них многое общего. Так, присущество. Когда мы говорим, что всеобщее есть единичное, а единичное есть всеобщее, то вот это единичное выражается, намекают этим высказыванием на то, что вот этому единичному присуще то, что присуще и другим единичным. Всем единичным присуще это. То, что берется как всеобщее, потому что оно всеобщее. Раз оно всеобщее, то оно всем и присуще. А раз всем присуще, это вот отношение присущности. Вот, поэтому пишется, суждение наличного бытия есть также суждение присущности, Нейренхеренс, так как непосредственность есть его определение. А в различии субъекта и предиката, субъект есть непосредственное, и следствие это первое и существенное в этом суждении. То предикат имеет форму чего-то несамостоятельного, имеющего свою основу в субъекте. То есть субъект, а ему присущий вот этот вот предикат.
А потом, когда вы дальше будете читать, то еще неизвестно, что к чему присуще. Есть вот этот предикат, и он проявляет себя как вот это конкретное. Можно ведь обратную форму взять. Предикат всеобщее. Есть единичное. Но если единичное есть всеобщее, значит всеобщее есть единичное. Да? Значит, если вы берете яблоки, то значит вообще, то значит вы берете и яблоко какое-то. Поэтому всеобщее есть единичное. Поэтому они как бы меняются местами. То есть он начинает уже входить здесь в рассмотрение того, как мы мыслим. То есть анализирует, как вообще построены слова, фразы, утверждения. И их не так много, и порядка не было до Гегеля. То есть был порядок, разные системы вот классифицировали. Но классифицировали не в соответствии с развитием вообще объективного мира, как здесь сделано. Не в связи с делением на бытие, сущность и понятие, а по фамилии автора. Ну, так вот автор, вот он так вот сделал классификацию. И что? Почему нам надо его запоминать, эту классификацию? Зачем? Он даже не предпринимает никаких усилий драться с какими-то авторами по поводу того, как классифицировать. Ну, хотите, классифицируйте, как хотите. Только смысла в этом нет никакого. Можно первое, второе, третье написать, четвертое, пятое, шестое, название придумать. Они все отрываются от содержания. А Гегель пытается удержать эти вот понятийные вещи на том корне, который является объективным. Поэтому он, конечно, идеалист. И даже понятие вот он поставил впереди. Но вот здесь, когда мы с вами уже объективное прошли в этом изучении, мы перешли уже к субъективному. Ну, это субъективное сидит на этом объективном. Причем Гегель на этом особо настаивает. У него все это вот понятие, все связано с бытием и сущностью. И вот это, если это связано с бытием и сущностью, то это понятие выражает, соответствует бытию. Если оно соответствует бытию, то это что? Истина. И тогда получается, что понятие – это вот это средство постижения истины. Ну, а эти различные средства он начинает так, соответственно, классифицировать. Что будете выражать, соответственно, и классифицировать будем. Будете выражать непосредственно, значит, суждение наличное бытие. И вот тут пошло уже тогда положительное суждение. Очень просто. Субъект есть предикат, и все. Все тут такого. И ближайшим чистым выражением положительного суждения служит поэтому предложение. Единичное есть всеобщее. Страница 55. Что тут непонятного? Ничего тут нет непонятного. Так, а можно сделать, вот смотрите, а здесь всякие размышления на эту тему очень важные, потому что можно подумать и над понятиями такими. Например, вот последний абзац, страница 55. По объективному своему значению предложение «единичное есть всеобщее», как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей. Вы съели яблоко. Единичное есть всеобщее, ничего еще есть яблоки, не волнуйтесь. Идите, сходите, купите. Там сейчас теперь лучше стало, раньше писали там Антоновка, или писали Малиновка, а сейчас красное яблоко, желтое яблоко. И зеленое яблоко, по цветам. Не по свойствам, не по яблоням, не по родам, не по видам, а вот красное или... Ну, они видят, что красное, пишут красное яблоко. А это какое? Это желтое яблоко. Круглое. Нам облегчили жизнь, нам теперь с яблоком, по крайней мере, логику проходить элементарно, надо цвета. Так вот, единичное есть всеобщее, как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей, отчасти же их положительное наличие в понятии вообще. Но они хоть и приходящий характер, но неприходящим является всеобщее, благодаря этим самым единичным. А вот смотрите, какую интересную вещь написана дальше. Значит, по объективному своему значению предложение единичное есть всеобщее, как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей. Ну, все отдельные единичные и приходящие, согласны? Это и людей касается. А человечество неприходящее. Неприходящее. Человеческое общество по своей природе бесконечно и вечно. И причем изучает, когда человек, он изучает, с помощью тех, кто сейчас живет, то, что написано и создано теми, кто сейчас не живет. Вот у нас конкретная, да, вот сейчас структура кружка.
Значит, я как ведущий этого кружка, так сказать, вещи пока нахожусь в состоянии живых, а тот, кто написал, он, так сказать, оттуда смотрит с вниманием и говорит, ну ничего, у вас хорошо идет, это обстоятельно и так далее. Ну, вернее, ну это он может сказать только в моем лице, как я, говорит, руководитель кружка, он мне передал. Особенно товарищу Назарову передайте, он тоже, он делает, он правильно понимает, мы прямо кусочки такие достает, очень хорошие и дает. Вот. Другие вести от них. Да. Ну. Особенно, а очень нравится и староста кружка, товарищ Мордовин, который вовремя посылает. И люди, которые думают, плюну я на эту науку логики, потом присылают, говорят, так, это как плюнуть на Мордовина, это хорошим не кончится. И идут, да, а товарищи, вот Тюленев записывает, кто пришел. Кто не пришел, против диалектики, значит, против марксизма, потому что против одной из самых главных частей. Кто против марксизма? Их уже с нами нету. Нету, никого нету. Я вам, так сказать, так один товарищ, как мне рассказывал, это быль, рассказывал мне Николай Андреевич Моисеенко, декан нашего факультета, он же командир полка «Катюш», и он же, так сказать, он родом из украинской деревни. И вот, говорит, там у нас председатель совета, участник гражданской войны, и рука у него ранена, и заикается. И он организовал колхоз, говорит, собрал всех, смотрит, кто за... За колхозы, то за советскую власть. Это же суждение. Кто за колхозы, тот за советскую власть. Колхозы, как то, что, в чем выражается, советская власть должна содержание же иметь, чтобы сделать колхозы, чтобы сделать индустриализацию, чтобы улучшить жизнь. Кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против советской власти? Никого нет. Подходи записываться колхоз. Все записались. Все говорят, заставляли или нет? Нет, просто убеждали. Дело добровольное. Хочешь вступай, хочешь стреляй. Да? Добровольно. Ну и надо же организовать эту добровольность. Что, и никто не против. А это как? Через понятие дел. Долго рассказывать, наверное, а так может больше, да? Через понятие, да. Так вот, смотрите, само понятие бессмертно. Вот это, представляете, какое высказывание гениальное. Само понятие бессмертно. То есть, действительно, люди-то уходят, приходят, новые люди. А понятие-то бессмертно. Вы его употребляете, я его употребляю. А нас не будет, что не будут употреблять. Даже будут говорить, а вот были люди, они там вот это говорили на кружке. Но это будут другие люди. А понятие-то бессмертно. Я думаю, кружок может быть бессмертным, особенно если так досконально это дело в него входить, он может никогда и не кончится. Правда, вот если закончится, может быть, по новой начать. Да. Это будет веселей. Само понятие бессмертно, но то, что выступает из него при его разделении, подвержено изменению и возвращению в его всеобщую природу. Ну и обратно, всеобщее сообщает в себе некоторое наличное бытие. Ну не может быть так, чтобы были яблоки и не было бы яблока ни одного. Это, как сейчас говорят, мясо. А в мясе, как правило, говядины нет. Там курятина. Но же написано там сосиски говяжьи. Состав курятина. Ну и там где-то в конце, там без указания процента, говядины есть. А почему? Было потому, что 60 с лишним миллионов коров, а сейчас, наверное, 15 где-то примерно. Ну как-то утаивают, не говорят, сколько сейчас уже коров. Мало. Они где-то один раз обмолвились этим, а им как выдвинули, говорят, да там в 85-м году было столько, и они перестали публиковать. Ну правильно, Зюбе, публиковать. Хорошего не опубликуешь. Не за такую публикацию тебе же... Там назад перевозки, они тоже авиационные, говорят, мы достигли 2 миллионов, им там кто-то написал, так при советской власти авиаперевозки были 20 миллионов. А вот, Валерий Александрович, зачем статистику, органы статистики подчинили Министерству экономического развития? Чтобы развитие было. Вот, чтобы развитие, по крайней мере, на бумаге, было солидным. Ужасно, все. Мы
развиваемся, да. А если вы работаете в министерстве, в этом в органе статистики, и пришли, а я вот министр экономического развития, так, товарищ Мордовин, вы больше у нас не работаете. Товарищ Лазарев, вам придется взять на себя этот тяжелый труд, правильно излагать ход экономических процессов. А там вот образование уже получают те, которые, вот скажем, у нас есть, был министр экономики, экономического развития, он уже получает образование. Там еще есть Абызов, министр по делам открытого правительства, тоже идет получать образование, соответствующие отдаленные места. Так, подобно тому, как сущность переходит в своих определениях в видимость, основание в явление существования. Субстанция в обнаружении, в своей эксценции, так всеобщее раскрывается, чтобы стать единичным, как красиво написано. Причем со ссылкой на как раз на то, что мы с вами делали. Мы изучали наличное бытие, сущность, так и понятие всеобщее. Подобно тому, как сущность переходит в своих определениях в видимость, основание в явление существования. Субстанция в обнаружении, в своей эксценции, так всеобщее раскрывается, чтобы стать единичным. Ну вот ящик яблок привезли, оно, конечно, не всеобщее в магазин, а особенное. Но оно, оно раскрывается, и оттуда люди берут, набирают и несут домой. И раскрывается оно в единичном, и съедают. Тогда новые ящики привозят и так далее. Откуда их привозят? Может, из Аргентины. Может, еще откуда. Последний процесс находит себе выражение в обратном предложении. Всеобщее единично. Вот обратите внимание, мы всегда говорили, что вот смысл, форма суждения наличного бытия какая? Единичное есть всеобщее. Ну, а всеобщее – это же единично. Всеобщее единично. Вот обратная форма здесь. Страница 56. И вот здесь... Как раз опять ссылка идет на все предыдущие, то, что мы с вами изучали, на учение о бытии, учение о сущности. Субъект, который ближайшим образом есть непосредственно единичное, соотнесен в самом суждении со своим другим, а именно со всеобщим. Он стал быть положен как конкретное, а по своему бытию как некоторое нечто с многими качествами, или как конкретные рефлексии, как некоторая вещь с многообразными свойствами, как некоторая действительность с многообразными возможностями, как субстанция с многообразными акциденциями. Так как это многообразие принадлежит здесь субъекту суждения, то нечто или вещь и тому подобное в своих качествах, свойствах или акциденциях рефлексировано в себя, или, иначе говоря, проходя сквозь них, непрерывно продолжается в них, сохраняет себя в них, а также их в себе. Сохраняет себя в них, а также и их в себе. То есть, хотя это вот вроде разные, да. Вот слово акциденция. Акциденция – это вот, когда вы говорите о субстанции, она проявляет себя в акциденциях. Акцидент – случайное. Случайное, через которое проходит необходимое. А можно сказать, что это такая исчезающая определенность, акциденция? Она не исчезающая, она постоянно появляющаяся. Почему это она исчезающая? Ну, чайник вот был горячий, потом он остыл. Да это чайник сюда не подходит. Это вот у вас все... Вот вы сейчас так сказали, а могли бы не так, еще вот так. А вот это, таких вот десяток могли всяких высказываний. А сколько, чтобы вы не высказывали, все это вы. Чайник был холодный, его взяли. А все это вы. И вы в эксциденциях. А эксцидент – это случайный. То есть то, что вы сказали, что именно это случайно. А то, что вы сказали это, не случайно. Потому что вы еще и другое можете сказать, и третье, и четвертое, и пятое, и шестое. И, так сказать, в этом, то есть действительность себя в чем проявляет? Тоже вот субстанция, действительность в акциденциях. С одной стороны, действительность уже вышла наверх. Это такое закономерное, которое прямо на поверхности, в бытии. Если она только сущность, тогда сущность проявляется как внутри как закон, а наверху как явление. Правильно? А здесь уже это сущность, здесь все сущность идет. Сущность как действительная. Тогда вы на поверхности явления нашли то, что соответствует сущности и находится вот, в видимости.
Вот скажем, самые лучшие, хорошие люди, они есть, они вот на поверхности явления. Но не все самые хорошие люди там есть. Не все отвечают в такой мере в сущности человека, чтобы быть людьми. Вот говорят, ну ты человеком будешь когда-нибудь? Нет? Это что значит? Человек должен думать о всеобщих интересах, о всеобщем. А если он думает только о себе, он не человек. В этом смысле не человек, не соответствует понятию человека. Или, можно сказать, плохой человек. То есть человек с отрицанием. Как хотите, дурной человек. Недействительный. А? Недействительный. Недействительный человек. Он есть, но недействительный. То есть люди, которые, так сказать, себя развитию общества не подчиняют, они думают, что они свободны, а они, наоборот, не свободны. Свободны только те люди, которые подчиняются развитию общества и вместе с обществом развиваются. А если они с этим обществом, так сказать, и с тенденциями развития общества борются или не участвуют в них, они щепки, про которые Сталин говорил, что они, вот, так сказать, как бывает во время там, сильного потока, какие-то щепки там по бокам. И они еще крутятся там, болтаются. Но они никакой роли исторической вообще не играют и не могут играть. То есть по природе своей каждый человек – это всеобщее, он человек. А ведет себя так, как будто он вот этот пьяница за булдыгой и больше ничего. Или все время рассказывает, как плохо мы живем. Вот если рассказывать, как плохо мы живем, это же какая функция? Это функция отражать действительность. Это такое слепое отражение, как каждая вот лужа. Когда будет дождик, посмотрите в эту лужу. Лужа прекрасно отразит ваше лицо. Так и это все. Забит интернет и забиты всякие. И нам регулярно предлагают написать что-нибудь или опубликовать какие-нибудь мысли, которые состоят в том, как нам плохо жить. Почему вы еще не написали, как вам плохо жить? Все уже написали, а вы все задерживаете. А у вас какие-то мысли начали... Нет, или он хорошо? Нет, он нацелился жить хорошо. Нацелился. А раз нацелился, что он будет писать, что плохо жить? Это ясно, раз я нацелился жить хорошо, так надо об этом и писать. То есть это нормальная позиция вполне. Ну, но он и нацелился сам, и нацелился так, как и другие, что мы сообща будем за это дело выступать. А кто не хочет сообща выступать, поэтому вот нам говорят, вот есть кружки. Кружки. Да, есть кружки, у нас тоже вот кружок, но если этот кружок никуда не нацелен, вообще это кружок Фонда рабочей академии, он вообще нацелен на обучение рабочих. Если это не рабочие здесь обучаются сейчас, а здесь часть рабочих, часть нерабочих, то эти нерабочие должны помогать рабочим дальше обучаться. Чему? А тому, чтобы жизнь стала действительной жизнью, а не случайно прожитой, так сказать, жизнью, которая попусту прожита, да? Когда не сделано для общества то, что продвигает его вперед. Проходя сквозь них, вот это многообразие в единичном, сущность, когда проявляется существенное в единичном, так действительное с многообразными возможностями, как субстанция с многообразными эксиденциями. Так как это многообразие принадлежит здесь субъекту суждения, то нечто или вещь и тому подобное в своих качествах, свойствах или эксиденциях рефлексированного себя, или, иначе говоря, проходя сквозь них, непрерывно продолжается в них, сохраняет себя в них, а также их в себе. Положенность или определенность принадлежит к себе и для себя бытию. Поэтому субъект в себе самом есть всеобщее, в себе самом. То есть вот это вот, когда слева стоит единичное, а справа всеобщее, нельзя так понимать, что это единичное и есть отдельное единичное. Оно в себе есть всеобщее. А это слово «есть» вообще зачем поставлено? Оно на это прямо указывает, что субъект есть субъект есть всеобщее. То есть в нем, он по форме это вроде как единичное, а по сути это там всеобщее. А всеобщее только… А? Извините, а как так можно? Как можно? Разделять всеобщее и единичное. Нет, просто если смотреть на… А очень просто, Валерий Александрович, очень просто. Человек не может, если он высказывает, слова у него изо рта идут по очереди. Поэтому он сразу все слова не может высказать. Поэтому он может высказать субъект есть предикат, а может высказать предикат есть субъект. И потом еще прокомментировать это, тогда у него будет полная картина. А если человек просто вот одно излагает, он никогда истину не дает.
Что бы вы ни сказали, вот одним предложением вы истину не изложите. Хотя бы даже потому, что все есть единство противоположности. А с единством противоположности, вот я скажу, что он человек идеальный, у него нет недостатков. Если я на этом поставлю точку, меня будут бить. Сказать, что вы вообще нарисовали человека. Думаете, сделали комплимент, вы его сделали несуществующим. То, о чем вы говорите, доказывает, что телепатии нет. Как нет? А ее полно, забит телевидение. Ну, это как бы понятно, что просто... Ну, есть. Это она... Вот вы сейчас... Как нет? Вместо того, чтобы сказать, что она есть, как... Ну, не может быть. Как не может быть, когда она есть, как отрицание? Нет, ну, ладно. Что это вы там, как это, отрицание не может быть? Дрянь-то есть. А вы хотите сказать, дряни у нас нет. Неправильно. Очень, у нас наоборот, дряни очень много всякой чепухи. То есть и от нее просто так вот, отталкиваясь от дряни, я от грязи буду отталкиваться, и что будет с моими руками? Грязные будут. А, то есть нужно что-то строить. Те, кто строит, у них тоже могут люди быть грязные. Но они, так сказать, характеризуются не тем, что у них грязные руки. Они вымыли, а, так сказать, построили дворец. А другие, они вот только отталкивают. Почему говорят, что вот идут путники, один видит, один обтесывает камень. Что делаешь? Камень обтесываю. Ну хорошо, идут дальше, второй. Что делаешь? Обтесываю камень. Строю дворец. Ну видишь разницу? Ну ты эту разницу надо видеть. Поэтому потом как-то вы смотрите, что они ничего не созидают. Они-то не созидают, а те, кто их послали, и кто это дело, так сказать, организовал, он себе делает деньги. Созидает. А там и дворцы у него есть в теплых морях. И яхты. Так. То есть на самом деле это такое, на первый взгляд, вот, по крайней мере, не знаю, как вы, вот я как прочитал в свое время первый раз, показалось мне это совершенно скучный такой вот этот текст вот тут. Скучный, формальный, суть, субъект, есть предикат, единичное, всеобщее, туда-сюда. На самом деле здесь вот он, ну, где-то повторение, так сказать, всего пройденного. Повторение пройденного и использование его уже в понятиях. А мы люди, мы, так сказать, характеризуемся чем? Человек, животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Говорящее, если человек говорящий, но неразумное, то это лучше убегать надо от таких людей. А поэтому говорящий и разумный, он иногда меньше потому и говорит, что не знает, что сказать или как сказать правильно. Субъект в себе самом есть всеобщее. Не так, что вот субъект, как там вот нарисовано. Это только первый взгляд. Субъект, а вот предикат. Он в самом себе. Яблоко, любое яблоко конкретное в себе яблоко всеобщее. Если бы оно не было в себе всеобщим, так никто бы его и не продавал, никто бы и не ел. Вы его потому едите, это конкретное яблоко, что до этого было яблоко, и другие ели яблоко. И что это, так сказать, целая цепь была этих яблок, которые доказывают, что любое яблоко в себе содержит это всеобщее. А еще всеобщее так и не выразишь. Яблоко. Мы ели яблоки. Вот только наши магазины. Одни ели красные яблоки, другие белые, другие зеленые. Все. Никаких сортов нет. А сорта выводили там люди годами, десятилетиями, лелеяли и так далее. Нет, это как это они будут записывать, что это за яблоко? Шафран там, а? Буков много там, непонятно. Там буков много, да, надо писать. Вот в силу этой, я сам себе дальше, как написано, в силу этой отрицательности, которая вместе с тем, как крайний термин суждения соотносится с собой, предикат есть некоторые абстрактные единичные. Вот. Сначала мы изображали это единичное как конкретное, у которого есть всякие там свойства, да, как единичный элемент. Оно абстрактно единичное, могло быть и не таким, да могло быть другим, правда, это всеобщее, которое выражено предикатом. Поэтому предложение суждения «Der Satz des Urteils» гласит с этой своей стороны так: «Всеобщее единично». Вот это вот 56-я страница. Ну а что дальше? Вот теперь тут на цифра 3 есть на странице 57. Единичное есть всеобщее, и всеобщее есть единичное.
Если было бы предложение формы и содержания, субъект слева, предикат справа, единичное есть всеобщее и всеобщее есть единичное, ввиду того, что они содержатся в одном положительном суждении, были бы соединены так, что тем самым оба, и субъект, и предикат, оказались бы определенными, как единство единичности и всеобщности, то оба они были бы особенными. Ну, правильно? Всеобщее оно же. Если оно соединено с единичным, то оно особенное, с отрицанием. А единичное соединено со всеобщим, тоже с отрицанием. То есть оно особенное. Оба были бы особенными. Это что в себе должно быть признано их внутренним определением. Итак, суждение, рассматриваемое по своей, во-первых, по своей форме, гласит: единичное есть всеобщее, страница 58. Так, во-вторых, суждение рассматривается по его содержанию или как предложение, всеобщее единичное. В этом случае субъект есть нечто всеобщее с многообразными качествами, некоторое конкретное, которое бесконечно определено. А так как его определенность и суть пока что лишь качество, свойство или акциденции, то его тотальность есть дурно бесконечное множество их. Можно и это сказать, таких предикатов нужно приписать ему сколько хотите. Вы там где-то один раз там стукнули его при продаже, скажете, так это я с яблоко с этим, с боем побитое. А это оно просто это дурно бесконечное множество яблок продаю. У меня есть и такие, и такие, и такие. Вот продавцам я очень бы советовал это изучить, они бы лихо отметали бы всякий протест покупателей. Поэтому такой субъект скорее не есть такого рода единичное свойство, какое высказывается его предикатом. Вас это удивляет, что мы начали с того, что субъект есть предикат, но вообще-то субъект – а не предикат. Вы-то сознаете, товарищ Назаров? Ну, сознайтесь, что субъект, честно скажите, субъект – ведь не предикат. Ну, если вот написано субъект, предикат, а если написано это субъект, а вот это предикат, значит, если отдельно они написаны, если утверждается, что субъект есть предикат, значит, субъект не предикат, а иначе что писать? Если бы они, субъект был предикат, то не было бы этого есть, и не было бы вот этой расстановки. Это слева, это справа. Но если это слева, это справа, это же значит, что это, а вот это не это. Ну не будете спорить? Ну вот. Поэтому такой субъект скорее не есть такого рода единичное свойство, какое высказывается его предикатом. Да разве это яблоко, как говорят? Ну так и говорят же. Ну, я попробовал, ну это разве яблоко его? Ну ладно, доем. Но не более того. Буду следующее искать, пока не найду всеобщее яблоко. Ну это много на яблок съесть. Ну, как говорил один украинец, когда его спросили, можете ли вы вагон съесть яблоко, он сказал, ну вагон, пожалуй, не смогу, но понадкусаю. А понадкусанные яблоки, это яблоки или нет? Это apple. Уже нет. Это особенные яблоки. Особенные. Так. Ну вот вы и пришли к тому. Оба предложения должны поэтому подвергнуться отрицанию. И положительное суждение должно скорее быть положено как отрицательное. Скорее, скорее. Б. Отрицательное суждение. Вас это удивляет, что перевернулось все? Не удивляет, потому что вся вот эта наука логики, она вся состоит, что начинает, берут положительное и доказывают, что отрицательное. Ну, отрицательное есть, есть, значит, оно положительное. Ну, и так все время. Так что отрицательное суждение, вот оно возникло на странице 58, буквы Б. Так. Вот. Положительное на странице 59 написано. Единичное есть всеобщее наоборот. Здесь многократно он повторяется, чтобы мы запомнили. Из-за этого чисто логического содержания положительное суждение не истинно, а имеет свою истину в отрицательном суждении. Вот так вот написано, так не верь тому, что написано, оно не истинно. А истину оно имеет в отрицательном суждении. Вот, например, когда вы так бы сказать, как, на кого вы напасть. Вячеслав Михайлович, ближе меня, все, сидите, не обидьтесь только. Какой вы умный! Это что я сказал?
А написано будет? Вот, ну, раз тут записано, тут, конечно, вот эта запись, она все портит. Она меня обвиняет. А так вообще, так если написать, какой вы умный, чисто положительное суждение. А его как используется? Сплошь и рядом. Это значит, два философа спорят. Один философ говорит, да, вот отрицание дает утверждение. А чтобы два утверждения давали отрицание, такого не может быть. А первый говорит, ну да, конечно. Ну да, конечно, это какое суждение? Отрицательное. А вывод какой делает? Положительное суждение, это страница 59, имеет свою истину ближайшим образом в отрицательном. Единичное не есть абстрактно всеобщее. Ну, логично? Убедительно не есть абстрактно. Если оно же единичное, как уже оно абстрактно всеобщее? Ну, скажите сами. Ну, яблоко, вот это яблоко, оно же не, это не вообще какое-то всеобщее яблоко. Конкретное яблоко у меня в руках. Это вы хотите его под всеобщее привести, а потом забрать у меня. Я понял, куда дело движется. Поэтому оно не есть абстрактно всеобщее, это мое. Вообще это вот подводится под общественную собственность. Это вот Гегель это все подтаскивает туда. Ясное дело. Что, дескать, оно хоть и твое, но оно всеобщее. Можете эту зубную щетку потом сдать в утиль. Как всеобщую зубную щетку, но она частной собственности не будет. Сколько надо вам, столько берите, но не продавайте. Так, ну вот поэтому, раз оно не есть абстрактно всеобщее, значит единичное, поэтому ближайшим образом некоторое особенное. И вот появилось особенное. А как бы ему тут не появиться? Мы неудивительно, что появилось особенное. Все крутил, вертел, это всеобщее и единичное, пока не появилось особенное. Фокус. Всеобщее есть, поэтому также ближайшим образом некоторое особенное. Поэтому какое получилось предложение? Единичное есть некоторое особенное. Вместо всеобщее, так можно сказать? Некоторое особенное. Единичное есть Антоновка. И все. Малиновка. Если вам надоела эта Антоновка логическая, то можете покушать малиновки, тоже логической. В непосредственном суждении наличного бытия субъект есть лежащее в основании, поэтому кажется, что определение ближайшим образом протекает в предикате. На самом же деле это первое отрицание еще не может быть определением или, собственно говоря, полаганием единичного, так как таким полаганием служит лишь второе отрицание, отрицательное отрицательного. Единичное есть некоторое особенное, таково положительное выражение отрицательного суждения. Положительное выражение отрицательного суждения. Чувствуете, это вот можно уже выходить в народ. Народ должен задуматься, когда вот такое скажешь. Сейчас я вам сформулирую положительное выражение отрицательного суждения. Единичное есть некоторое, а всего-то просто как? Единичное есть некоторое особенное. Ну, единичное яблоко, это есть какой-то конкретный, это есть какой-то сорт яблока, и все. Не вообще яблоко, а это вот Антоновка или Малиновка и так далее. Вот. Ну вот, я думаю, что мы направление движения изучения это задали с вами сегодня. Под каким углом надо изучать. То есть само движение вот этих категорий, то есть не просто прочитал и запомнил, а начинаешь это дело обдумывать, что это означает. И вот Гегель не оставляет это без того, чтобы не показать, что это и противоположное надо взять. Противоположное взять обязательно. И что, когда возьмете противоположное, ведь единичное есть особенное, раз, а второе всеобщее и единично. Всеобщее только и может быть в виде каких-то предметов. Не бывает никакого всего, нет никакого общества без людей. И нет никаких исторических событий без тех людей, которые эти исторические события совершают. Поэтому всеобщее всегда единично. Ну, а если это какое-то особенное событие, ну тогда особенное, вот Великая Отечественная война. Это особенное. Но это действие людей, масса народов, конкретных людей.
Но это всеобщее же, это борьба с фашизмом, это всеобщее, всеобщее. Поэтому суждение должно рассматриваться равным образом и как отрицательное. Вот это мы, нам сообщает Гегель на 60-й странице. Вот, и переход отмечает на 61-й от формы соотношения к форме определения. К тому непосредственному выводу, что «не» связки должно быть в такой же мере присоединено к предикату, и последний должен быть определен как «не всеобщее». То есть начали со здравия, что субъект есть некое всеобщее, а потом пришли к тому, что надо еще и сказать, что некоторое конкретное, оно есть не всеобщее. Вот чему посвящено, значит, соответственно, теперь уже другая на странице 62 запись, единичная, есть некоторые все особенные. Вот реализация этого понимания, что не вообще всеобщее, а какое-то некоторое особенное. Вот это положительная форма отрицательного суждения. Положительная форма отрицательного суждения. Единичная, есть некоторое всеобщее. Не, видите, вот стоит не, которое... Нет, это суждение отрицательное, но это положительная форма отрицательного суждения. Особенность страницы 63, оказавшаяся согласно вышесказанным положительным определениям отрицательного суждения, есть то, что посредствует между единичностью и всеобщностью. Таким образом, отрицательное суждение есть теперь вообще посредствующий переход к третьей ступени, к рефлексии суждения наличного бытия в себя само. В силу этого изменения полная определенность предиката или конкретное выступает как нечто положенное. Единичное есть особенное, согласно положительному выражению отрицательного суждения. Тем самым восстановлена конкретная тотальность субъекта на странице 63 и совершается переход к бесконечному суждению. Отрицательное суждение есть столь же малоистинное суждение, как и положительное, но бесконечное суждение, долженствующее служить его истиной, есть по своему отрицательному выражению отрицательно-бесконечное суждение. Суждение, в котором упразднена также и форма суждения, но это бессмысленное суждение. Так что если вы видите, кто-то много чего-то всякого говорит, то есть еще и бессмысленные суждения, но рассуждают очень убедительно некоторые. Бессмысленное суждение. Оно должно быть суждением, стало бы содержать все некоторые соотношения субъекта с предикатом, но вместе с тем в нем не должно быть такого соотношения. То есть по форме что-то сказал умное, а по содержанию ничего. Эти суждения правильны или, как выражаются, истинны, но, несмотря на такую истинность, бессмысленны и нелепы, или, вернее, они вовсе не суть суждения. Вот, собственно, к чему тут приходит. И приходит Гегель в бесконечном суждении к выражению единично и единично. Но это уж точно так. Единично, и никто не будет спорить. Вот, так сказать. И тогда, раз тогда можно считать законченным суждение, вот мы с какие взяли суждения? С одной стороны, отрицательное суждение. Потом мы рассмотрели бесконечное суждение. И когда мы рассмотрели бесконечное суждение, мы пришли к суждению рефлексии. Суждение рефлексии. А впереди стоят, что мы сегодня рассмотрели структуру суждения наличного бытия. Структура суждения наличного бытия, Сергей Алексеевич. Это положительное суждение. За положительным суждением идет отрицательное суждение. За отрицательным суждением идет бесконечное суждение, и вроде мы должны были порадоваться бесконечному суждению, оказалось, оно пустое. Бесконечное суждение. И переходим, а раз пустое, значит, это закончено все по форме. Значит, надо переходить к отражению. Суждение рефлексии. Суждение рефлексии. А суждение рефлексии уже оно другое. Человек, допустим, смертен. Что-то о человеке говорится не такое, его классифицирует. Только таким путем. А какое-то особенное. Человек смертен. Суждение. Или что-то там. Вещи приходящие. Или вещь полезна, вредна. И так далее. Вот. То есть мы рассмотрели суждение наличного бытия.
вернее, по пункту А мы рассмотрели отрицательное суждение, бесконечное суждение и вышли к суждению рефлексии. А значит, сегодня мы провели занятие, посвященное структуре суждения наличного бытия. То есть как оно структурировано, какие бывают суждения наличного бытия и как они друг за другом идут. Но это не мертвая структура, это вот такая структура или система суждений, из которых одно переливается в другое. Ну вот над чем бился Гегель? Ну не так, что вот есть суждения, они называются, и просто их первое, второе, третье, четвертое, какая-то связь между ними существует, вот эту связь между суждениями Гегель пытался выразить. Вот над чем он бился. И нам передать. За что ему большое спасибо. Спасибо, товарищи, за внимание. И следующее у нас занятие 25 мая. Значит, что у нас будет рассматриваться? Суждение, рефлексии. Суждение. А? Уже после этого каникулы, да? Да. Почему это каникулы? Никаких каникул. После этого самостоятельное изучение науки логики Гегеля до следующего занятия, которое будет в сентябре. Второе. В октябре? В октябре, вот как нас поправили. Ну, то есть дали время самостоятельно, а то скажут, нас натаскивают, нам не дают проявить себя. Ну что, до 25-го, да? Да. Ну что, до свидания. Спасибо. Ага, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.